В администрации прошло очередное планерное совещание под председательством главы района. В мероприятии приняли участие его заместители, начальники управлений и отделов администрации района. Повестка дня включала ряд важных и актуальных тем. Обсуждались вопросы, касающиеся организации осенней призывной кампании, вопросы, связанные с проведением сходов граждан и выполнением национальных проектов. Помимо этого, в рамках планерного совещания рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся деятельности администрации района. Все обсуждения были осуществлены в деталях с учетом важности каждого вопроса. В завершении Заур Хамирзов пожелал участникам планерки плодотворной рабочей недели.